Владимир Ружицкий посетил предприятие по изготовлению мебели. Глава округа познакомился с производством, пообщался с руководством и рабочими. Какие этапы производственного процесса выполняет мебельная компания «Мистер Дорс» в Малаховке, узнала наша съемочная группа. Нанесли на оборотную сторону пленку. Андрей Стулов трудится на предприятии с 2004 года. Пришел сюда еще студентом. Работал обрезчиком изделий, вскоре пошел на повышение. Его назначили бригадиром прессовщиков. Производственный процесс знает хорошо. Например, деталь вот сейчас вот красится, она потом уходит у нас в покрасочную сушку. Деталь сушится, потом она у нас идет опять на шлифовку, а на шлифовке сносят, грубо говоря, мелкий слой. И опять начинают наносить эмаль. Это нужно для того, чтобы эмаль держалась на протяжении многих лет. Изделия с эмалевым покрытием обрабатывают почти 3 недели. После того, как отдел технического контроля проверил и поставил свой штамп, деталь отправляет на упаковку, а дальше – клиенту. В месяц на предприятии изготавливают более 10 тысяч фасадов с эмалевым покрытием и около 4 тысяч с покрытием пленкой ПВХ. А ведь 25 лет назад все начиналось с 2 станков, на которых мастерили шкафы-купе. Один за 48 часов. Вот так мы начинали. С первого цеха в 600 метров. А сейчас в компании работает почти 2000 человек. И мы превратились в полнофункциональную мебельную компанию, которая делает мебель во все жилые зоны. Основное производство находится в Костроме, но лоск и красоту наводят в Малаховке. Планов у компании много, останавливаться на достигнутом не собираются. Они все время в движении, отрабатывают технологию. Кстати, технология у них по таким современным мировым стандартам, и поэтому это предприятие себя достаточно уверенно чувствует на рынке. На предприятии в Малаховке работают более 300 человек. Около половины из них живут в округе. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.